Ну и параллельно с итоговой аттестацией в школах началась и приемная кампания в вузах. В филиале Уральского государственного университета путей сообщений в Тюмени уже открылись двери для абитуриентов. Это единственный вуз на Урале, который обучает инженеров путей сообщения. С подробностями Мария Ремезова. Обучение 5 лет и 100% трудоустройство. Звучит заманчиво. Филиал Уральского государственного университета путей сообщения объявил о наборе абитуриентов. Будущие начальники станций, инженеры, диспетчеры, дежурные могут получить образование именно здесь. Поступающие должны быть готовы к изучению математики, сопромата, информатики, начертательной геометрии, физики и электротехники. Как обещает руководство университета, высококвалифицированный преподавательский состав поможет в лучшую сторону изменить отношение к точным наукам. Но главное, что без работы никто из выпускников не останется. Это единственный транспортный курс на Урале, который обучает именно инженеров. Инженеров сейчас очень мало осталось. В основном все вузы готовят бакалавриат. А у нас остались именно специалитет, специалисты, инженеры, которые получают высшее образование в течение 5 лет. И самое главное, наш работодатель основной и главный – это ОРЖД. Они забирают всех до единого наших студентов. В вузе недавно появилась лаборатория с уникальным оборудованием. Своеобразный симуляционный класс с мониторами, приближенными к тем, что используют на железной дороге. Здесь учащиеся вырабатывают навыки, необходимые в будущей профессии. После появления такой техники студентам после 3-го курса не нужно уезжать в Екатеринбург, чтобы продолжить учебу. Образование теперь будут получать в Тюмени. Я как железнодорожник могу сказать, что если студент полностью пройдет курс вот этого тренажера от начала или на стадии до конечной диспетчерского пульта, дежурным по станции после определенной стажировки на любой станции он сможет работать. Это точно могу сказать, он сможет работать. Тем более сейчас существуют станции точно такие же. Мониторы стоят на станции. Для поступления в вуз принимают баллы по результатам ЕГЭ. По математике, физике, информатике и русскому языку. В этом году можно попасть на 11 бюджетных мест. Мария Ремезова, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.